А с семьей мы советуемся, прежде чем где-то сниматься, или решение принимается вот так вот, просто как хозяин дома решил, буду сниматься? Нет, я люблю посоветоваться, просто решение все равно сам приму, но посоветоваться нужно все-таки, выслушать некоторые мнения, это всегда важно, потому что ну, зачем допускать ошибку? Лучше всегда, я даже скажу, у меня в тренерской работе большой коллектив тренеров, я очень этому рад, в этом году такая сборная СССР по тренерскому штабу, то есть, ну, реально, очень сильные профессионалы. И я, когда что-то придумываю на льду и вижу, что, например, они, ну, так, косятся куда-то в сторону, я что-то не то, и они мне начинают говорить, ну, я бы сделал так и так, и там, если 2-3 человека говорят, что они бы поменяли это место, я меняю. Да? Да. То есть... Решение принимается самостоятельно, но учитывается... Я учитываю, да, я стараюсь. Я говорю, почему? Ну, такой же элемент есть, похожий уже в начале программы, и они очень схожи. А я, поскольку там творю, мне кажется, что все у нас хорошо у меня, могу это просто упустить. Замыливается глаз. И если я слышу, надо слышать людей. Всегда так было или это с тренерской работой пришло? С тренерской работой стало более... Я стал более слушать больше людей. Чем, например, вот буду делать только так, как я решил. Все-таки такая профессия, как тренер по фигурному катанию, нам нужно слушать, нужно слышать. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».